Привет, дорогие зрители передачи «Стартайм». Окончание января столица запомнится интересным событием в области кино, так как состоялась церемония награждения уникального кинофестиваля «Independent Star». Цель фестиваля не только поддержать современное киноискусство, но и вдохновить людей на позитивное изменение мира. Мне очень нравится эта идея, поэтому я не могла пропустить такого торжества. Алена, вы как идеолог этого фестиваля, расскажите, с чего все начиналось? Все начиналось с того, что я переехала в Испанию и узнала о том, что мой друг Олег Сенцов находится в России. И это меня очень сильно огорчило. И я начала говорить всем нашим друзьям-киношникам о том, что нам нужно как-то собираться, как-то собирать средства, как-то помогать. Но так как я в это время была очень далеко, единственным для меня самореализацией было интернет. И поэтому я придумала такую форму — международный интернет-кинофестиваль. И открытие первое мы сделали в Испании, в очень интересном месте. Это Рака-Арена Плаца. Это исторический такой большой центр, где проводили корриду. Там мы показали наши украинские фильмы, откликнулись друзья из разных стран, и там были испанские фильмы с испанскими субтитрами, наши работы. То есть это произвело определенное впечатление на людей, и потом, благодаря Наталье Соболь, мы сделали закрытие здесь, а также показали все в интернете. Людям очень понравилось, и поэтому мы решили делать второй раз. Вы сами как-то связаны с кинопроизводством? Да, у меня кинопродюсерское агентство, но основной бизнес у меня юридический, поэтому юридическая компания, юридическая консалтинговая группа «Юричук и партнеры» является генеральным спонсором кинофестиваля, а я сама закончила московский ВГИК и сняла 2 фильма документальных, поэтому я имею прямое отношение к кино. А расскажите, как получилось приобщить режиссеров, всех участников фестиваля? Я очень много всегда ездила на кинофестивали, у меня очень много друзей в разных странах, а также у нас есть обучающие программы международные, на которых я училась. Поэтому связи у нас в разных странах, и поэтому ребята согласились и поддержали, и прислали свои работы. В этом году у нас очень хорошая работа с Сирии, с Израиля, очень интересные работы с Испанией, очень интересные работы из Грузии, из Беларуси, большое количество победителей в этом году. Ну и мне очень приятно вот посещать подобные мероприятия, знакомиться с творческими людьми, что-то брать у них, слышать их проблемы. Ну и на самом высоком уровне стараться хоть немножечко помогать таким людям. Что касается украинского кинематографа, вы считаете, есть у нас будущее развиваться, делать большие кинофестивали? Уверен в этом. Но при этом только при поддержке государства у нас вот эта отрасль украинского кинематографа может вот сделать стартап очень успешный. Сейчас перейдем чуть на политическую составляющую. В зале Верховной Рады зарегистрирован законопроект о выделении достаточно серьезной бюджетной поддержки на украинский кинематограф. И я абсолютно уверен, что поддержка среди народных депутатов есть этого законопроекта. И мы, несмотря на тяжелые времена в Украине, несмотря на войну, мы сможем позволить себе выделить достаточно серьезные деньги на развитие украинского кино. В жюри международной конкурсной программы были известные личности в области киноискусства и культуры. Фестиваль в Киеве поддержала светская элита и бизнесмены, которые выступили меценатами церемонии награждения. Уже бывал раньше на кинофестивалях? На кинофестивалях, да, очень много разных, но в основном это в Европе. Расскажи, какой тебя впечатлил больше всего? Кинофестиваль? Конечно, это «Оскар», который в Лос-Анджелесе, это был 2011 год, «Кодак», это было уникально. Я в этом году, если все будет хорошо, тоже еще посещу обязательно. И очень понравился кинофестиваль в Каннах, ну, ежегодный Каннский кинофестиваль. Ты знаешь, вот у меня мечта посетить «Оскар» кинофестиваль. Скажи, насколько это реально обычному человеку? Честно, это очень сложно. Это такие нужно иметь связи, потому что сами билеты, они не продаются. Все билеты выдаются только участникам, звездам, ну, как бы киноактерам, их семьям. Поэтому как бы мне просто удалось так, как моя подруга живет в Лос-Анджелесе, я очень-очень хотел. Она мне сделала аккредитацию. Конечно, это было безумно приятно. А какой фильм из недавних больше всего понравился? Фильм «Хью Гласс» Леонардо Ди Каприо. Честно, я был в восторге. Сначала я не понимал, куда я попал, что это за атмосфера была, но потом сюжет так, ну, меня впечатлило, вот как «Титаник». Действительно, он уникальный актер, я вообще потрясен.
Посмотреть церемонию награждения пришли не только профессиональные актеры и режиссеры, но и аматоры, все те, кто любят кино и желают приобщиться к этому искусству. Богдан, я вас поздравляю с наградой. Расскажите, как начался ваш творческий путь актером? Сказал брат просто несколько лет назад, ну, относительно несколько лет, 8 назад, сделал свой первый фильм короткометражный. Вот тогда я понял, что я хочу быть не художником, а актером. Я тогда учился на художника. Вот, ну и решил попробовать себя. И поступил в 3-й раз в театральный вуз. И потом понял, что это все-таки мое, раз все-таки поступил. Ну, добивался своего. Есть такие какие-то профессиональные моменты, которые больше всего запомнили? Что вы помните, о да, вот с этой съемки я никогда не забуду что-то? Мне очень приятно, на самом деле, работать с братом, потому что мы друг друга понимаем с полуслова, действительно. И все, что... Ну, я все свои работы помню. Не то, что с ними, это очень легко, просто и замечательно на самом деле. А на съемках очень часто какие-то казусы случаются. Вот. И сначала это меня удивляло, а потом это вошло в норму. И если чужой человек, который вообще приходит на площадку, которая не связана никак с кино, вот, попадая туда и смотрит, что происходит, ему это кажется безумством каким-то. Как говорили, что все мы безумные, просто в психушке сидят те, кто попалился. Вот, на самом деле я понимаю это выражение очень хорошо, и для меня было это все удивительно. Потом я привык и все. Поэтому, ну, для меня уже нет ничего необычного, и я воспринимаю это как профессию в целом. А вы себя считаете киноманом? Да, я очень люблю смотреть фильмы. Какой можете выделить самый такой впечатляющий фильм из недавних? Самый впечатляющий из недавних фильмов, но он не мог оставить это, то есть, если мы говорим о последнем месяце, это «Выживший» или «История Гью Грасса», я вам скажу. Я очень рад за Ди Каприо, что там получился таки этот «Оскар». Надеюсь, что Алена Яремчук тоже когда-то его получит. А вообще, я очень люблю фильмы, очень люблю советский кинематограф, комедии. Ну и вообще, все, что связано с юмором и о том, и вот фильмы, те, которые заставляют подумать, переосмыслить или найти какие-то ответы в жизни. Как вы считаете, у украинского кинематографа есть будущее? Всегда есть. У Украины всегда есть будущее. В том числе кинематографа, автомобилестроения и всего остального. Это 100%. У нас есть очень много талантливых режиссеров, талантливых людей. У нас есть средства, у нас есть актеры. У нас все есть для того, чтобы даже краеведы у нас есть, где можно снимать. Многие девушки мечтают сняться в кино. Скажите, у вас такого желания никогда не возникало? У меня такое желание возникало глубоко в детстве. Ну, честно говоря, оно вновь в какой-то момент жизни ожило. Опять же, вдохновленная Аленой Яремчук. Вновь об этом начала мечтать в какой-то момент времени. Ну, в чем уникальность Алены, что она вдохновляет людей. Вдохновляет людей на то, чтобы они делали что-то новое в своей жизни, чем они, в принципе, не занимались никогда, может быть. Или о чем мечтали, но стеснялись об этом сказать в обществе. Вот. Поэтому меня тоже сюда привела дружба, глубокая дружба с Аленой. И умение ее создавать вокруг себя ауру воздушности, великолепности, гламурности, но в то же время искренности, радости, простых чувств человеческих, да, вот это самое главное, то, что меня прежде всего сегодня сюда привело. Киноиндустрия мне приносит в первую очередь моральное удовольствие, и, естественно, если по ходу работы есть у меня какое-то окошко согласиться на ту или иную роль, я с удовольствием это делаю. Один из моих любимых музыкантов, Джаред Лето, в свое время оставил актерскую карьеру ради музыки, ради того, чтобы отправиться в тур. Если бы тебе сказали выбрать, или заниматься продюсированием, или актерством, что бы ты оставила? Я думаю, я все-таки смогла найти компромисс и совмещать и одно, и другое дело. Считаю, что и та профессия творческая. И я думаю, ну, нет сложности совместить и киноиндустрию, и продюсирование. Я думаю, что это только будет одно другому наполнять и вдохновлять. Если есть желание, находим возможности. Я знаю, раньше о тебе много говорили, как об очень эпатажном дизайнере. Я помню твой образ «Голый король». Это когда был? 2008 год, да? С тех пор ты как-то меняешь направление своего творчества, что-то другое у тебя появляется? Или хочешь сохранить этот эпатажный стиль дальше? Ну, я не то чтобы... Это же было сделано не, ну, спонтанно, не навязчиво, и просто людям понравился этот образ, и они запомнили меня в нем. Но если им так комфортно и
людям приносит это какой-то такой позитив, эмоциональную нагрузку несет этот образ для них, то, в принципе, значит, я угадал в этой коллекции максимально, и пусть я помнюсь им в таком формате, и уже все мои остальные коллекции в эту копилочку, так сказать, Санатан, Голый Король падают, может быть, что-то будет еще грандиознее, глобальнее, то, что потом заставит их по-другому на меня посмотреть. Пока меня устраивает быть, так сказать, в костюме Голого Короля. В принципе, я, наверное, люблю эпатаж, я люблю быть ярким и оригинальным, потому что жизнь и так настолько серая, чтобы быть еще и в ней самому серому, тогда смысл в ней находиться и ощущать себя. Поэтому я призываю всех быть поярче и дарить друг другу приятные и позитивные эмоции. Мы сегодня на кинофестивале. Скажи о себе, ты считаешь себя киноманом? Ты знаешь, я ко всему подхожу очень емко и каждый фильм смотрю очень тщательно. Мой любимый фильм — это, наверное, «Облачный атлас», «Лекаря Авиценна», вот такие более наполненные смыслом фильмы, которые, думаю, что понравятся не каждому, а людям более глубокого такого бездонного мира воззрения кардинально поменяется. Ты сам веришь в мистику? Конечно, я хочу быть одним из тех, кто будет одним из винтиков этого механизма, который откроет мир в новом формате. Я вас неоднократно видела на мероприятиях, у вас оригинальный такой экстравагантный стиль. Расскажите, как вы себе подбираете одежду? Это как-то с настроением связано? Женщине должен быть вкус и стиль. То есть, как одеваться, женщина должна решить сама. То есть, я, например, всегда понимаю, как мне, в чем я должна быть. То есть я специально не подбираю, но у меня есть чувство вкуса и стиля. И все это достаточно, чтобы мне всегда хорошо выглядеть. «Жизнь не кино, ремейка не будет», — сказал Александр Грачев. Но и передача «Стартайм» будет держать курс на самые интересные события в сфере шоу-бизнеса и искусства. До скорой встречи!